Можно войти? Угу. Присаживайтесь. У меня к вам дело. Угу. Вчера, когда вы показали мне книгу, признаюсь вам, я была просто шокирована, поскольку Эндрю ее очень любил. Вы говорили. Я бы хотела ее вернуть. Это невозможно. Возможно, все решает. Кто? Вы. Извините, миссис Телфер, книга не моя, и я не вправе ее распоряжаться. Вы работаете за деньги. Ну, конечно. Денег у меня много. Я за вас очень рад. Инсценируйте кражу. Ваш клиент, конечно же, застраховал ее. Я профессионал, мэм. Профессиональный коростолюбец. Для таких, как вы, главное деньги. Я зарабатываю на жизнь. Я дам вам больше. Нечто подобное я уже где-то видел. Я знаю. В кино. А в чулке у нее пистолет. Пистолета нет. Выпейте что-нибудь? Почему бы и нет? Где она? Ты о чем? Решил меня поиметь? Я уже это сделал. Нет, постой, постой! Да не горячись! Постой! Позвонили в магазин редкие книги Берни. Оставьте свое сообщение после сигнала. Берни, ты где? Подойди.